Чани, а здесь попытка убежать. Но нет, Хохлачева нагнали. Нагнали. Но здесь подправление будет. Подключение. Это гол! За 3 секунды до конца второго периода. Что они творят? Вот здесь, посмотрите, на одной линии стартовали. В итоге Валерий Орехов догоняет Александра Хохлачева. Тот тормозит за собой. Яндроску возит Артема Минулина. Но никто из нападающих магнитогорского «Металлурга» не успевает на подключившегося Виктора Валдаева. Осталось